Приветствую всех. Друзья, в данном видео хочу показать вам одну идею, которая, на мой взгляд, доставит любому типу зрителя только положительные эмоции, даже несмотря на то, что работать мы будем с кучей черного железа и немного благородной древесины. Ну что ж, я, как всегда, без лишних слов за дело, а вам желаю приятного просмотра. Погнали! Thank you.
Итак, друзья, как видите, работы все позади. Признаюсь сразу, поработать пришлось немало. По времени весь рабочий процесс занял у меня целую неделю. Но меня, конечно, это не огорчает, так как результат реально порадовал не только меня, но и всю мою семью. Много комментировать не буду, отмечу только несколько преимуществ моих самодельных качелей перед теми, которые можно купить в магазине. В первую очередь, это, конечно же, отсутствие скрипа и вообще каких-либо звуков при эксплуатации данного изделия. Второе, это, скажем так, грузоподъемность, нагрузка весом более 300 кг, которую мне помогли осуществить мои друзья за кадром, не повлияла на ходовые эксплуатационные качества качелей никоим образом. Ну и, конечно же, самое главное преимущество, это то, что они сделаны своими руками. Друзья, пишите в комментариях, что бы вы, может быть, добавили или изменили в данной конструкции, что, на ваш взгляд, можно сделать лучше. Будет интересно узнать ваше мнение. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!